У каждой эпохи есть свои художники, которые запечатлевают современную им историю в своих работах и оставляют за собой этот след для будущих поколений. Аслан Бугаев на канале «Сыны и дочери Кавказа». Аслан Лимаевич Бугаев родился 15 мая 1987 года в городе Грозном. С отличием окончил Владикавказскую детскую художественную школу имени Тавасиева. В 2009 году завершил обучение на художественно-графическом отделении Северо-Осетинского государственного университета. Аслан – чеченский художник, проявивший яркий талант и профессионализм как в монументальном искусстве, так и в станковой живописи. С первого же дня обучения в ВУЗе принимал активное участие в мероприятиях и выставках, которые проходили во Владикавказе, а в 2017 году успешно окончил Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Российская академия художеств. Основным направлением работ Бугаева является история родного края, национальные традиции и культура. Аслана интересуют как далекие, так и близкие страницы истории своего народа. Автор стремится к точности в деталях, тщательно вырисовывает портреты и костюмы своих героев. Прежде чем создать картину, Аслан Бугаев обычно изучает архивные документы. Затем он уделяет максимум внимания наброскам, ищет правильные цветовые и композиционные сочетания. Сам он говорит, что только после выверенных эскизов, где отработан каждый шаг, уже смелее пишет на холсте. Цветовую гамму он подбирает так, чтобы отразить на полотне нужное историческое время. Работы Аслана Бугаева участвовали во многих выставках, в том числе в Москве и Париже. Его картины находятся во всех центральных музеях города Грозного. В фондах Национального музея Чеченской Республики есть две работы художника, одна из которых представлена в постоянной экспозиции. Я рад, что смог сегодня присутствовать на данной выставке и увидеть работы Аслана, крайне ценные, поскольку в среде наших художников не так много тех, кто пишет подобные сюжетно-тематические картины. Чувствую гордость за Аслана и его талант. Если бы мы не видели сейчас перед собою это молодое дарование, не знали его, можно было бы подумать, что картины эти созданы состоявшимся художником лет 80, потому что этим работам присуща невероятная глубина, которой нелегко достичь. И если уже сейчас, будучи еще в начале своего творческого пути, Аслан удивляет своим талантом, можно только представить, какие шедевры он в будущем будет представлять публике, став опытным художником, похвалил героя выставки в Национальном музее Чеченской Республики народный художник Чеченской Республики Айнди Шамилов. Аслан Бугаев написал картину «Ночь в горах» в 2012 году. Художник изобразил вечерний горный пейзаж. Справа на переднем плане видна река, слева расположена Вайнахская башня. Такие башни чеченский народ строил в средние века для жилья и обороны. На некоторые камни хозяева наносили петроглифы – изображения семейных эмблем, оберегов или других важных знаков. Башни имели несколько этажей, в высоту они постепенно сужались. Со временем эти постройки стали символом истории и культуры чеченского народа. Средний план картины заполнен заснеженными горами. Над скалистыми вершинами виднеется глубокое небо с россыпью звезд. Колорит картины выдержан в изумрудных, голубых и серебристо-серых тонах. Аслан Бугаев обладает здравым смыслом. Он спокойная и устойчивая натура. Он творческий человек. У таких людей развито чувство осязания и прикосновения. Аслан Бугаев может быть очень внимательным и может дарить людям неожиданные подарки. Аслан – человек открытый, однако ему не составит труда легко запутать своего противника. Аслан Бугаев стал четвертым чеченцем в списке членов Санкт-Петербургского союза художников, который каждый год принимает в свои ряды новых живописцев, скульпторов, графиков, художников, декоративно-прикладного искусства, театральных художников, фотохудожников, искусствоведов, реставраторов и художников-монументалистов.
В свое время прошли творческий отбор и подтвердили право быть членами Санкт-Петербургского союза художников такие чеченские живописцы, как Султан Абаев, Саид Бицераев и Рустам Яхиханов. Я желаю Аслану долгих лет жизни, творческих успехов, бесчисленное множество поклонников его творчества и бесконечное количество персональных выставок во всем мире.